Вот друзья, это то, зачем мы сюда пришли. Мы пришли в магазин за этой маленькой капусткой. Света называет их бэбичками. Значит, Света, это просто большая капуста, которая... Это только вот этот урожай этого года. Это свежего? Они еще не выросли. Это... Да. Я понял. Они маленькие. Ее не покоцали, она просто еще не выросла. Да, так она свежайшая. Ну, подожди, она очень плотная. Слушай, она плотная, как булыжник. Поэтому их нужно маленькими брать. Так. Их довольно много, вот так, чтобы... Пока там... не разрыхлилась. Да, вот смотри. Ну и что с такой капусткой? Ее можно натирать и квасить? Нет. Я просто в салатик режу ее, она такая нежная, бэби-капусточка, но довольно плотная, это правда. А потом уже такую просто не взять, поскольку она разрастается? В других магазинах, в наших, у нас есть органическая капуста, но она уже такая здоровенная. Так она еще и органическая. Да. Хорошо, а вот это то, что красная. Она ведь не намного больше. Дело в том, что красная очень жесткая, ее можно только квасить. Куда? Квасить? Ну, или куда-то, но она в таком виде жесткая очень. Так. А вот это, ну-ка, сейчас я попробую. Это тоже несъедобное. Вы знаете, что это помягче. Это тоже бэби, но она тоже очень жесткая. Что интересно, вот я купила такую машинку, которая делает вакуумные упаковки. Да. Вот мы вернемся домой, так. Я каждую эту штучку, вакуумную упаковку засуну. Да ты что? И она у меня будет свежая, там еще много времени. Так ты хочешь сказать, что она теряет свежесть от соприкосновения с воздухом? Ну да, она когда в холодильнике лежит, вот 4 штуки, это нам надолго очень хватит. Да? То есть мы немного едим свежей капустки? Нет, ну вот я думаю, что вот эту маленькую, это нам на один день, на двоих. На один раз салат скушать. На один раз кушать салат, да. Понял. Еще к салатику будет лучок. Да. Так. Это фактически ты сейчас берешь лучку на одну головку. Да чтобы как бы... Пропорция. Даже не думай, нет. Нет, конечно. Нет, хорошо. Так. Гораздо меньше. Слушай, какая редиска? Вот редиска явно успела разрастись. Да. Слушайте, ой, тут брызгает мокреньким. Да, успела разрастись. Да, вот то, что брызгает, это вот в современных магазинах, чтобы все выглядело красиво и свежо, вот его периодически сверху таким разбрызгивать. Да, я думаю, мы вряд ли кого-то удивим этой хохмочкой. Я думаю, что в России такого нету, Миша, чтобы разбрызгивала. Я думаю, что в любой стране можно поставить. Нет, я помню, что мы приезжали в Москву в 2003 году, мы тоже жухло. А за это время взяли и поставили? Не знаю. Так. Да, полили капустку. Так, она теперь мокрая. Небольшие, но очень вкусные, друзья, помидорчики, которые называются хейлум. Давай я покажу, как пишется на всякий случай, если кто не знает. Вот эти вот, они очень-очень вкусные. Но они органические, не путать вот с этими, а то другие уже. Так. Но дело в том, что сегодня они какие-то маленькие такие здесь. Ну, а это дешевле не стали от этого? Нет, они по 6 долларов, они не дешевые. Вот рядом, я вам показываю, вот рядом, вот такие. Так они по 2,49, то есть, считай, больше, чем в 2 раза дешевле. Ну, так эти же и вкуснее. Эти же и вкуснее. Друзья, вы видите 3 ценника, а сейчас я вам покажу, что это обозначает. Значит, смотрим. Yucca root, lemongrass и хикама. Значит, смотрим, вот они. Значит, слева у нас yucca root, потом у нас lemongrass. Вот такая фигня. Lemongrass и хикама. Сейчас я попробую понюхать. Никогда не ел. А ничем не пахнет вообще. На репку похоже, правда? Отвал, друзья. Это компания такая, которая делает вкусные, свежие такие, свежевыжатые соки. Я их очень люблю. И есть, знаете, даже песня такая. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу, понимаете? А я, может быть, не с такой чистотой, с меньшей, но вот как зайду в магазин и думаю, надо взять отвалы и тут же и выпить. Ты знаешь что? Они все хорошие. Ну вот, например, манго-танго очень хорошая. Потом стробери-бананы изумительные. Вот это очень хорошее. Ну что еще? Давай тогда ты одну, а я другую. Какой-то стробери си монстр. Да, си, витамин си, да. Это витамин С. Монстр. Это много витамина С. Ну, вот из как бы на мои вкусы. Еще хорошо просто апельсиновый. Вот, пожалуйста, Потому что он отличается от монстра, да. От монстра, да. Потому что тут еще в мусоре есть. Так. Поэтому
Здесь просто на картинке, да, значит, да, да, да. Банан с клубничкой. Здесь нарисовано яблоко, яблоко, клубника, апельсин. Это и вот еще огурец. Это огурец, что ли? Да нет, ну что это? Зеленое, вот это что? Если мы можем доверять, друзья, картинкам, то, короче, Света, я беру манго-танго, а ты давай тогда чего хочешь. Может быть, бананом лучше. Видите, друзья, летний сезон отпускной. Дровишки продают для разных целей. Для разных целей дровишки. Вот, пожалуйста. Где, когда вы видели лошадку, везущую хворосту воз? Ну, дрова, естественно. Ну, я так, к слову.